9 февраля под председательством главы Десногорска прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот день нарастающим итогом в городе зафиксировано 1976 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровело 1515 человек. В ковидном госпитале медсанчасти находится 43 человека. Около 30 коек остаются свободными. Амбулаторная нагрузка несколько уменьшилась, но заболеваемость сохраняется. В день бывает, стационар поступает до 5-6 человек, выписывается, соответственно, примерно столько же, но заболеваемость пневмонии сохраняется. Поступившие на прошлой неделе 600 доз препарата «Спутник Ви» уже приняты в работу. Процедуру проводят до 4 бригад медиков. На 9 февраля первичную вакцинацию прошли уже более 1100 человек. Второй компонент вакцины получили 251 человек. У нас сейчас запись до фактически 27 февраля. Поэтому население активно записывается и по телефонам, и лично приходит в 106 кабинет. Соответственно, у нас очередь организована, обзваниваем, прививаем. Чаще подвержены коронавирусу по-прежнему взрослые, но за последнюю неделю был отмечен небольшой всплеск заболеваемости у юных горожан. По этой причине у нас появились карантинные классы. В первой школе 4, во второй школе 3 класса и в третьей и четвертой по одному классу выведены на карантин. С учетом стабилизации эпидемиологической обстановки было предложено возобновить работу учреждений культуры. Глава города поддержал предложение, но только с условием соблюдения санитарных требований и ежедневного мониторинга состояния здоровья персонала и учащихся.